На экраны выходит продолжение сказочной истории о викингах и их чешуйчатых друзьях. Третья часть мультфильма «Как приручить дракона» стартует 21 февраля в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском 29. Кроме того, в этот же день состоится премьера фильма «Затерянные во льдах». Его уже оценили на международном Каннском кинофестивале и удостоили 10-минутной зрительской овации. Почему нужно остановить свой выбор именно на этих премьерах, рассказывает наша съемочная группа. Новая история о старых героях, драконах и викингах, о схватках, приключениях, добре и зле. В мультфильме «Как приручить дракона 3» покажут долгожданное продолжение истории о дружбе викингов и драконов. В те времена они делили радость, горе и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной древней фурии изменило жизнь острова. И теперь Икинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого. Хочешь на ночных фурий. Твой дракон последний. Ты никогда его не получишь. Тогда я уничтожу все, что тебе дорого. Мультфильм был впервые представлен зрителям на последнем Каннском кинофестивале. Чем закончится захватывающая история, можно узнать, посмотрев мультфильм «Как приручить дракона 3». Ну а фильм «Затерянный во льдах» необычен для российского зрителя. Ведь нечасто на экранах можно встретить ирландский фильм, который мог покорить сердца зрителей престижного международного фестиваля. Сюжет картины погружает в арктическую пустыню, ледяную и снежную, с первых минут. На земле, оторванной от мира, где температура воздуха может опускаться до минус 70 градусов, Хаксли, пилот потерпевшего крушение вертолета, отчаянно борется за жизнь. Он научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. В этих условиях ему предстоит заботиться о случайной попутчице, с которой его свела судьба. Двое на краю земли. Их ждет опасное путешествие и серьезная битва за выживание. Мы справимся. Картина завоевала на Каннском кинофестивале во внеконкурсной программе почетную награду «Золотая камера» за лучший дебютный полнометражный фильм. Оценить его по достоинству могут киноманы старше 12 лет в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском 29. Билеты и дополнительную информацию можно узнать по телефону 300 033 и на сайте panorama-dvert.ru.